Ретенционная капа – это съемный ортодонтический аппарат, который предназначен для стабилизации и удержания выровненного зубного ряда в достигнутом положении. В этом видео покажем процесс ее изготовления. Сразу после снятия брекетов снимаем оттиски с челюстей и отливаем гипсовые модели. Для изготовления ретенционных кап используем специальную прозрачную жесткую пластину. Закрепляем ее в рамку аппарата вакуум-формера, гипсовую модель размещаем по центру. Пластина под воздействием высокой температуры становится пластичной и начинает провисать под рамкой. После этого в аппарате включается вакуум и рамка с пластмассой опускается на модель. Пальцами плотно прижимаем пластмассу к гипсу. Далее врезаем капу, убираем лишнюю пластмассу и сглаживаем ее края, чтобы она не травмировала десну. Сроки ношения ретенционной капы для каждого пациента определяются индивидуально с учетом различных факторов – сложности клинического случая, исходного расположения зубов, возраста пациента. Обычно ее носят постоянно первые 3 месяца, снимая только во время еды и чистки зубов. В дальнейшем время ношения капы постепенно сокращается. Она оставляется на ночь и носится меньше в дневное время. Хранить капу нужно в специальном контейнере. Чистить ее необходимо перед каждым надеванием на зубы. Полоскать капу можно теплой водой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.